Регина не может простить мужу измену. КГБ ловит льва в тот момент, когда он покупает доллар. На допросе следователь настоятельно рекомендует Барскому помириться с женой. Регина знакомится с талантливым молодым модельером Славой Зайцем, и тот представляет Красную Королеву Пьеру Кардену. Загнанный в угол, Барский просит у жены прощения, но Регина не подозревает, чем руководствуется ее любимой, идя на примирение. Лев умоляет жену спасти его от тюрьмы и сделать все, о чем ее просит КГБ. Регина соглашается на встрече с английским дипломатом, а чтобы справиться со своим отвращением, принимает таблетки, которые ей подсовывает некий Барский.